В Тверской области стартовало предварительное голосование за кандидатов в Государственную Думу 8-го созыва и в законодательное собрание. Сделать свой выбор избиратель теперь может, не выходя из дома или не покидая рабочего места онлайн. Первые избиратели уже оценили работу системы. Подробности в нашем следующем материале. Поддержать можно любое число кандидатов. В Государственную Думу я выбрала 5 человек. А по одномандатному округу, я избиратель по 180-му округу, я выбрала одного человека. Руководитель фонда Твери Юлия Саранова не только участница политической гонки, но и избиратель. Отдать свой голос она решила онлайн через портал госуслуг. Это быстро, удобно и прозрачно. Голосовать можно, находясь дома, в офисе или даже в дороге, используя смартфон. Участие в том числе в выборах, в голосовании, проявляя, да, вот свою позицию, мы разделяем ответственность за то место, тот город, в котором мы живем. Предварительное голосование «Единой России» предусматривает возможность сделать выбор не только членам партии, но и всем гражданам. Это можно сделать, зарегистрировавшись на сайте www.pg.er.ru до 28 мая. Проголосовать можно не только онлайн, но и традиционно, придя на свой избирательный участок. Отдать свой голос онлайн можно до 30 мая. А 30 мая пройдет традиционное голосование. В регионе будут работать 253 избирательных участка. С 8 утра до 8 вечера можно будет отдать свой голос лично. Напомним, что всего на предварительное голосование было подано 262 заявки. Из них в Госдуму 51 и 211 в Законодательное собрание Тверской области. В среднем конкуренция на одном избирательном округе составляет около 10 человек.